плюс-плюс. В канале. Короче, лежите, не палитесь, это пиздует Dark Knight. Мы попробуем на себя его выйти. Ебанешь ему. Хуйня, идея вообще лютая. Дальность за него какая? Меня 50 метров. Сука. Блядский муравейник, нахуй, везде. Двигается на нас. А что там, мы испугались? Ой, как много денег улетело! Заливаю. Все, не сработает. Держу. Красный. Блять, надо отходить. Он конченый. По нам, чужой, прилетел. Надо собирать с него. Плюс. Давай. Здесь, сзади работают. Парни, фронтом растянитесь! Из пизеренки работают справа от дороги. Отходи! Саня, отойди! Сань! Откатывайся в пизду! Это мертвый номер. Понял? Понял для чего? Нехтяны там ёбнешься. Давай, здание отходим в пизду. Да какой, блядь, сейчас оттянемся.
концу. Задание есть? Немец, возьми задачу. Где задача? Задача не пакетик открыть. Зубками, зубками. Как он, блядь, живой-то, сука, я не понимаю. Друг смертный. Я не понимаю, как он живой был, блядь, не вообще 7 человек поливало. А где твоя липучка, Велкро? Они тоже снимают. Задал, блядь. Уже. Это твои друзья. Прежде сигарету стрелять, блядь. Девочки. Ладно, не кучкуемся, а то сейчас проебем вспышку и все. Как твой килл? А, я не в курсе был. Немец, куда идем? А? Пойду продам тогда побыстрее. Давай. Красный, вообще пол. Пол магазин. Справа, да? Долго мы немец сбиваем. Я его не видел. То есть я увидел сначала его бошку. Вот он нырнул в кусты и просто начал заливать, пока мы в него не попали. Что, на шалы? Не, он на КД. На рыбу ушел. Оля. На перезаряд. На КД? А там уже закусились, распустились. Режим. Какие-то модные слова. Режим слишком модные. О. Мне ножка болит. Ну давай. Бля, ты заебал, вы шо, не пожалуйста? Бля. Оп, оп. Это тактический Иван. Бегаем, бегаем. Ты решил молодость вспомнить, что ли? Я не пойму. Когда сдавали на крапу, берет бы. Ненадолго нас хватило. Шпалу давали. И вот вдвоем и 10 километров тащили. Охуеть. Ну плохо, бегом, пешком как хотите, да? Нет, еще гнали всех. А сами налегке. Сержанты, блядь. А еще шпала вся была в этом. В криозоте, или как он называется? А вы что находитесь? В мазуте. В мазуте. Да, криозот и другое. Тормози. Что там? Не, не желтый, а белый. Прошли здание, даже не прочекали. Это противник там валяется. А? Мертвый? Противник? Да, наверное, да. Добились? Там посмотрим. Он в тряпке, иначе добились. А хуй его знает. Бруклин. Не, все, мы уже собрали. Нет, здесь нихуя. Мальчик? Мальчик, мальчик. В том здании было. Два диска. Пошли искать.
Контролируем следующее здание. Блять, не вижу. Свою, да. Вижу, вижу, вижу. Нормально, жива. Си, надо валю оттянуть. Отходи, отходи, Валь. Чё, граната? По-любому ебучий, блин. Можешь попробовать взглянуть, что у меня вот здесь? Тебя, блядь, гранат кинул, у меня такое ощущение, что прогорел, блядь, дед. Давай. Чё там? Дырка пропалена. Блядь, пизда. Сильно большая? Где? А, он мёртв. Так лучше стрелять будет, не понимаешь. Блять, хоть усы не могу найти. Кто вернешь на выходе? Спасибо. Вот я ее там поймал. Как я его в поеду вставать не собирался? Ох, не это здание говоришь, типа, сейчас подожди, дай сообразить. Да, вот эта пятиэтажка, что-то справа.
Подожди. Мы вот здесь? Да, вот про это ты говоришь, что да, не игровой. Да. Вот мы сейчас высовывались вот отсюда, да. Вот здесь яблонька это. Ну то есть там на первом этаже все в кипятке? А я говорю о том, они что... там сидят, блядь, и хуярят. Вот эту дорогу, и здесь еще здание продлили. Да, вот оно, вот сюда нам надо. Пойдем туда. Да, сходим. Надо туда сходить. Вань, тебя подняли? Ну да. Ебать, побежал нахуй. Двое побежали нахуй, ебаный. Ебать, далеко полетел. Пошли дальше, да. Не понял, назад, они назад побежали, в эту сторону. Ну все. Больше не буду на них тратить. Прикольно они побежали. Че вы орете? Че, пошли? Давай, мужчина, блядь, нужно пройти тут дыркой, конечно. По стенкам рассоситесь, налево, право. Уезжай. Если ты не шаг, ножки не прижай, Леха. Фонарем в спину не светите. Ага, а я еще один. Свои сверху. Свои сверху. Там чисто, нормально. Дверь закрыта. Там дверь закрыта в конце. Я не знаю, открывается, нет. Так все чисто. Надо сдавить только сначала.
А там есть какой-то архив с этим фильмом? За что? Граника ёбаный человек. Зажигалка у меня развалилась в кармане. Брат. Какая новая? Вот, который мне сейчас дал. Как, блядь? Не знаю. Есть еще зажигалка? Нет. Сидим. Нижняя работа. Ёпта моя. Да где оттуда стоит? Кнопка отваливает. А? Кнопка отваливает. Понял. Живой? Куда? Ну, у тебя контузия. Блять, сзади что лежишь? Ёб твою мать. Нихуя. А? Рука, держи, оттуда, оттуда, Вань, не уходи! Сид, у тебя сзади! Сзади наш, блядь, все по лестнице зашли. Да. Сука. Не знаю, не знаю. Походу по лестнице зашло. Сука, блядь, залезай нахуй. Хочу кофе. Туда? Нет, не похоже вообще. Прям лупанули уже. Очень вовремя, блядь.
Сидит живой? Контакт, контакт. Тут вдалеке в коридоре что ли? Да, плюс. Бойся, уходи, не плачь, заебал. Сейчас, блядь, я охуя, ресницы разблокировал рацию. Едут и едут. Ой, блядь. Гражданские едут и пиздуют в эту сторону. Сейчас если стволы поднимут, нахуй. Может, там гибали какие-то. Остановились, нахуй! Стоять, нахуй! Стоять! Стоять, блядь! Сказал тебе, ёб твою мать, сейчас стрелять буду! Ну еще и стой там, чтобы видно было тебе! Да меня ебёт, что вы дикие, блядь! А я, ты знаешь, кто я? Кто сказал, да? Да хуй, чтобы по нам стреляли, блядь! А кто принял перемирие?
Запросите органов. Вот стойте, пока разбираемся. Я ж по вам не стреляю, правильно? Вот и не выебывайтесь. Что ты нахуя меня запоярил? Я в кустах, или кто меня запоярил? Чё непонятно, ты ёпашу мать? Вот, с третьего этажа меня захренали. Мне в спину прилетело. Ну, стойте, может... где стоите? Сейчас разберемся и пойдете, если перемирим. Мне прям в спину натекали, так красиво. А? Ой, блять, фу, нахуй. А у Кива тоже перемирие или нет? Блять, спросите кто-нибудь оргов, ты чего, блять, происходит? Что ты пиздец, блядь? Нет, она лежит. Я не могу, блядь, там Кива стоит, орёт. Там Кива, блядь, орёт. Они по мне хуярят. А я тоже на кустах думаю, сейчас эти сюда гожу дикие. Что, дикие пизда? Валяй! Я не достану отсюда. Да чё, блядь, они хуярить начали, по-нашему? Что, нет, блядь? Нет, блядь. А там, блядь, Тагил стоит, блядь, 227 метров. Тихо-тихо, пойдите, блядь, Ваня, есть стрелы, чё, нет? Да нет. Блядь. Да, работает. Ты с собой не брал стрелы? Вот, коробка. Давай, подходи, заебали! Нет, я говорю, сейчас, на последнюю хуйню ты не брал стрелы? Смотри, я смотрю. Тагил в другую сторону пошел. Сид, поехали. Что ты меня дергаешь, а для достижения как-то порубить себя? Серьёзно? Так, ну какие хапы знали? О, минус 2. Да, блин. Так, стою готовы. Готовь, целится в нас. Впереди? Зарите! Я вообще стрелять хотел. Ты дурачок. Ладно. Все, ложись, заебал! Ты стой. По кому? По Тагиле, блядь. Он прямо от нас на 11. Я! 11, что ты? Бля, магазин, блядь, пустые почти. Вроде убили. Я вообще не вижу, я светил солнце, блядь, ебал. Ну, такие вы вроде заебашь. Ну, ты вроде заебашь, да. Я добил там двоих чуваков слева. Так, наши проходят. А? Бля, он нажим, что ли? Снимите, парни, снимите с него! Сдашь, по-братски? Чего? Рапор, или вот это, короче, себе положи. Позвольте. Да. Дай прапору. Ну, брат, деньги прапору мне давай, а лучше отдай вам помогу вывезти. Давай, ушли один остался. Педики, блядь. Навесом работает, пошел. За нами куда вы помогу? Да хуй. Да, помогу складывать. Я себе там рюкзак кидаю. Есть, короче, блядь, грязные деньги. Блять, что ты пигнул? Никакого. Кто идет? Пять! Купюрно. Сорян!